Благослови наш Господь, братья и сестры. Мы сегодня имеем прекрасное время, прекрасную возможность в таком собрании общения. Мы приехали к вам в гости, чтобы побыть вместе с вами, вместе Богу помолиться, чтобы мы благословили друг друга, чтобы мы благословили детей наших, внуков наших, чтобы, братья и сестры, молодое поколение, чтобы они входили в это служение. Знаете, как Писание говорит, чтобы мы передавали веру, друзья мои, чтобы мы передавали то, что нам было передано нашими родителями. И поэтому нам нужно очень много прилагать усилий, молитв, братья и сестры, нужно подвязаться, как перед мной брат читал, знаете, вот Самуил был маленький отрок, но мать очень много молилась, братья и сестры, очень много молилась. И вы знаете, молитвы эти, они сделали свою работу, братья и сестры. Бог настолько благословил и вдохновил ее, и укрепил ее сердце, что этот молодой человек, он стал великим человеком не только перед людьми, но и перед Богом, братья и сестры. Поэтому сегодня мы тоже и будем молиться, и будем поддерживать, будем вдохновлять молодое и подрастающее поколение, чтобы нам, братья и сестры, передавать вот эту веру, которую Бог поселил в наше сердце, где положил это семя, братья и сестры, и она возросла в нашу жизнь. Писание говорит так, это 130-й псалом написано так. «Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не уходил в великое для меня недосягаемое». Вот Давид, брат и сестры, понимал жизнь настолько понимал, что он обращал на такие вещи, друзья мои, на что происходит в человеческом сердце. Вы знаете, надмение – это такая вещь, которая незаметна. Мы можем всю жизнь прожить, и это никто у нас и особо и не увидит. Мы можем, братья и сестры, в церкви быть, и мы можем и не совсем замечать, что в нашем сердце есть вот эта надменность, братья и сестры. И вы знаете, об этом мало кто нам скажет. Но Давид настолько внимательно относился к своей жизни, что он говорил такие слова, что «не надмевалось сердце мое», братья и сестры, «не надмевалось сердце». Это та незаметная вещь, которая приносит в нашу жизнь, братья и сестры, приносит в нашу жизнь нехорошие плоды, очень нехорошие. Она малу-помалу, потихонечку, знаете, сердце, когда надмевается, я думаю, вы понимаете, что такое надмение, да? Это человек немножко, ну, так мыслит о себе выше, чем о ком-то либо другом. Ну, я как-то какой-то больше, какой-то лучше, какой-то умнее и так далее, чем подобное. Вот это надмение, братья и сестры, оно приносит большущий вред нашей духовной жизни. И Давид, это понимая, он говорил открыто пред Господом, братья и сестры. А вы знаете, только чистое сердце, только открытое сердце может так сказать пред Господом: «Господи, вот мое сердце не надмевается». Если это что-то есть в жизни, друзья мои, то мы часто обходим такие вещи. Но Давид, смотря внутрь своего сердца, и говорит, что «Господи, мое сердце, оно не надмевалось. Я не думал выше о себе, как-либо думал я о других людях. Я старался ходить совершенно по-другому. Я, наоборот, смирял свое сердце». Вы знаете, когда он пришел в этот стан израильский, и это была предстояла война с Голиафом, знаете, его родные братья, они начали немножечко ставить себя выше, чем он. Они сказали, что «на кого ты оставил этих овец? Немногих. То есть ты, пастух, иди, здесь война, мы тут люди военные, и мы знаем, что мы должны делать». Братья и сестры, вот это есть именно то надмение. Если что-то я могу, если я что-то понимаю и знаю, братья и сестры, то не нужно надмеваться, а нужно подсказать и нужно помочь. И тогда, братья и сестры, тогда Божьи благословения, они будут нашу жизнь обновлять, они будут жизнь нашу наполнять. И мы будем идти по жизни и будем открыто говорить Господу: «Господь, ты видишь мое сердце, что в моем сердце совершенно, я не надмевался ни над кем». Дальше он говорит: «и не возносились очи мои». Знаете, я как-то вчера просматривал место Писания, и мне пришло такое место, вот это от Луки, по-моему, 22 глава, 61-62 стих, там написано так: когда Христос, когда его взяли уже священники,
И когда он встретился своим взглядом со своим учеником, самым лучшим, Петром, которому он предсказал, которому предсказало, что тот трижды отречется. Взгляд очей, братья и сестры, взгляд очей. Давид говорит, и не возносились очи мои, не возносились. Вы знаете, Бог дал человеку глаза. И вот через эти глаза мы познаем мир, и мы все видим окружающие, братья и сестры. Мы видим окружающие. И по глазах много можно чего узнать о человеке. Можно много чего узнать. Глаза говорят о внутреннем состоянии человека, братья и сестры. И когда мы вникнем в Писание, то там говорит, когда человек много моргает, когда голову опускает, когда глаза смотрят вниз, братья и сестры, когда они смотрят прямо, это многие вещи говорят о составе человека, какой он внутри, не снаружи, друзья мои. И Давид, обращая на это внимание, он говорит, «И не возносились очи мои, братья и сестры, не возносились очи мои». Очень легко, братья и сестры, в жизни очень легко, чтобы наши глаза, они смотрели свысока. Очень легко. Но человек, который боится Господа, который ходит пред своим Господом, он хранит себя от этого. И вы знаете, когда Христос обратил свое внимание, и когда он среди этой толпы, друзья мои, когда он увидел Петра, ихние глаза, ихние взгляды, они встретились. Христос ничего не говорил Петру, потому что он не мог сказать, он был очень далеко, был не в том состоянии. Но Петр, братья и сестры, он все понял. Он все понял без слов. И Петр все вспомнил, братья и сестры, без различных напоминаний о том, что говорил Господь. Как важно, братья и сестры, когда глаза наши, они чистые. Как важно, когда глаза наши, братья и сестры, они смотрят именно туда, что нам нужно, что нам полезно и что нас назидает, братья и сестры. Как важно, когда глаза наши, братья и сестры, они не смотрят совершенно в другую сторону, потому что через глаза человеческие, братья и сестры, оскверняется человек. И это очень легко и просто. Я думаю, в наше время мы все это очень легко понимаем. Не нужно далеко ходить, братья и сестры, можно много смотреть то, что не назидает человека, то, что ему вредно, и это будет осквернять человека, братья и сестры. Это будет изменять его внутренность, это, братья и сестры, будет приносить различные трудности, различные духовные болезни будет приносить в жизнь человека, если, братья и сестры, мы не будем наблюдать за своими глазами, если мы не будем наблюдать. Поэтому Давид, понимая это, он подходил к этому совершенно по-другому, братья и сестры. Он был внимательный к своему сердцу, он был внимательный, братья и сестры, к своим глазам, чтобы они не смотрели высоко, не свысока, и чтобы его глаза, братья и сестры, они были глазами чистыми. Потому что светильник нашего тела – это что у нас? Это является и око наше, друзья мои. Это и есть. Через глаза все входит в внутренность человека, друзья мои, через глаза. И вся эта информация, которую человек видит, она внутри человека начинает работать. Начинает работать. Если это полезное, если это доброе, оно будет приносить добрые плоды, братья и сестры. Если это не полезное, друзья мои, оно будет приносить вредные плоды. И вы знаете, вроде бы сначала это ничего страшного, никакого вреда нету. Посмотрел и посмотрел. Но, братья и сестры, то, что вошло внутрь, оно оттуда уже само не выйдет. Его нужно оттуда уже вычищать. Оно туда уходит и начинает производить уже свою определенную работу. Поэтому пускай нас Бог благословит, я не буду больше времени занимать, братья и сестры, пускай Бог благословит, чтобы мы были внимательны в своей жизни, на своих путях, чтобы сердце наше не надмевалось, и глаза наши, они высоко не поднимались, братья и сестры, чтобы они не понимали, и чтобы глаза наши были глазами чистыми, братья и сестры, когда мы встречаемся с друг другом, когда мы разговариваем с друг другом, друзья мои, чтобы наши глаза могли смотреть ближнему своему тоже в глаза, братья и сестры, чтобы мы не отворачивали ни вправо, ни влево, друзья мои, но чтобы, потому что это говорит о состоянии, о чистоте, друзья мои, открытости нашего сердца. И поэтому Давид, обращая на это внимание, он говорил нам эти вещи, братья и сестры. Поэтому пускай нас Бог благословит, чтобы мы хранили себя на путях, чтобы мы ходили перед Ним так, братья и сестры, чтобы мы не опускали свои глаза, но чтобы мы могли их поднимать к небу с открытым сердцем и говорить, «Зри, Господи,
не на опасном ли я пути. И вот, братья и сестры, опасный путь, он состоит и в том, что глаза, братья и сестры, они высокие, они начинают смотреть совершенно неправильно, и человек начинает сворачивать с этого пути. Поэтому благослови Господь и укрепи нас всех, чтобы мы ходили перед Господом и, братья и сестры, вникали о том, что мы смотрим, и как наше сердце, братья и сестры, насколько оно открыто, насколько оно расширено, чтобы вмещать. Потому что, братья и сестры, если мы вмещаем друг друга, то мы вмещаем, братья и сестры, детей Божьих, а это дети Божьи. И мы это должны делать. Мы все имеем одно и то же тело. Мы кушаем такую же самую одинаковую пищу. Может быть, чуть-чуть соленее или сладче, но нету разницы, друзья мои. Но вы знаете, у нас есть разные мнения, разные понимания. Но мы все объединяемся вокруг имени Иисуса Христа. И кровь святая, братья и сестры, Господь нас омыл, нас соединил, искупил, оправдал, братья и сестры, назвал своими сыновьями и дочерями. Поэтому, братья и сестры, мы имеем великое призвание, мы являемся великими носителями, братья и сестры, славы Божьей на этой грешной земле. И поэтому нам очень много надо прилагать усилий, чтобы нам ходить на этой земле и жить так, братья и сестры, жить так, чтобы сердце наше было чистое и открытое, и глаза, братья и сестры, наши смотрели прямо и были подняты к небу, чтобы нам, как Писание говорит, ибо чистые сердцем, они Бога узрят. Давайте склонимся на наши колени и помолимся нашему Богу.